Путешествие во времени. Крупнейшая мечта человечества стала реальностью, как и его худший кошмар. Те, кто путешествует в прошлое, чтобы красть реликвии, забрали также и частички нашей бесценной истории. Кто их остановит? Кто защитит нашу историю от исчезновения навеки? Конечно же, я! Самые невероятные приключения! Самые опасные ловушки! Самые сложные загадки! Самые мистические тайны! У них нет ни единого шанса против хранителей реликвий! Давайте спасать историю вместе! Тот, кто вам нужен. Я не знаю, как сделать ключ для этой комнаты. Ну, раз так, пойду спрошу твоего внука. Что? Не впутывай его в это! Что ж, зависит от тебя, не так ли? Если хочешь спасти внука, сделай для нас ключ. Все очень просто. Ай! Дедушки и вправду сделают что угодно ради своих внуков. Наконец-то я его нашел! Настоящий меч Акбара Великого, лучшее оружие Индии. Меч, принадлежащий великому императору. Ты все это время нас обманывал? Меча Акбара Великого здесь нет, и тебе никогда его не отыскать. Спрашиваю в последний раз, где меч Акбара Великого? Теперь мы все знаем, и ты нам больше не нужен, Санджай. Отдайте мне щит! Вам нужен щит Акбара Великого, сделанный моим дедушкой? Вы вместе с теми людьми, что похитили моего деда? Что? Значит, Алан похитил твоего? Остынь! Мы пытаемся защитить щит! Эй, а ну положи! Спасибо за помощь, внук кузнеца. Щит! Этот значок такой же, как у Пола. Ты знаешь Пола? Тот мальчик, который со мной, это внук Пола, Люк, а я Джина. Видимо, я ошибся. Я Рахул. Ты сказала, что вы хотите защитить щит. Значит, ты знаешь того, кто похитил моего деда. Его зовут Алан. Он ищет мечи и щит Акбара Великого. Постой-ка, если твой дедушка выковал щит Акбара Великого, значит, он знает, где мечи. Есть два меча Акбара Великого. Где спрятан первый, знает только дедушка. А местонахождение второго никто не знает. Но ты хотя бы догадываешься. Дедушка дал мне шифр, чтобы узнать, где он. Тогда идем в вашу кузницу. Что? В кузницу? Зачем? Если мы найдем меч, то спасем твоего деда. Доверься мне, я хранитель реликвий.
Тень, стой! Попался! Я тебя поймаю! Я прямо над тобой! Дедушка сказал, что эти символы показывают местонахождение меча. Это луна, квадрат и... Что это? Я же сказал, я не знаю. Я миллион раз искал, но так и не понял. Так же с мастерством кузнеца. Я хочу стать великим кузнецом, как дедушка. Но я не умею правильно ковать. Такой уж я человек. Я поняла! Видишь? Это блюдо, а не луна. А это изображение еды на блюде. Но что за еда похожа на лестницу? О чем ты вообще? Лестница? Лестница! Тень, отдай мне щит! Давай немного успокоимся. Тебе есть что спасать, кроме него? До новых встреч, птенчик! Лестница в квадрате. Похоже на ступенчатый колодец. Но таких колодцев здесь много. А есть те, что связаны с блюдом. Это не блюдо, это луна. Стой, луна? Луна по-индийски чанд. О, ну конечно! Это Чандбаури! Говорят, самый крупный колодец в Индии находится в деревне Абанери. Чандбаури! Или лунный колодец! Точно, Рахул! Теперь мы сможем найти меч Акбара Великого! Это Чандбаури? Ты вообще из Индии? Чандбаури – это колодец. Колодец. Это должен быть Чандбаури. Надо было догадаться, когда ты бросил в меня камушек. Джина, я знаю, нам нужно найти меч, чтобы отобрать у Алана щит. Но довериться этому парню было плохой идеей. Как будто ты сам хорошо справился. Что ты вообще за хранитель реликвий? Эй, постой, подожди. Джина, останови его. С тобой сплошные хлопоты. С тобой их гораздо больше, Люк. Ух ты! Что ты там говорил про плохую идею? Это Чандбаури. Крупнейший колодец в мире, построен между 800 и 900 годами, насчитывает невероятные 3000 ступеней. Стоп, а где они, ступени? Куда они делись? Думаешь, меч Акбара Великого спрятан там? Дедушка говорил, что оружие Акбара Великого хранится в тайне. Только тот, кто разгадает тайный шифр, будет достоин им обладать. И это буду я. Люк, я сразу это узнал. Это наверняка ключ к разгадке шифра. Такие штуки простые, если понять их правила. Картинка поменялась! В картинках должна быть какая-то закономерность. Кошка, крыса. Это животные, но при чем тут лук? Крыса волшебника боялась котов. О чем это ты? Просто вспомнил одну индийскую сказку. Может, сосредоточимся? Надо найти меч. О чем она, Рахул? Расскажи ее сначала. Давным-давно у волшебника была крыса, которая боялась котов. Волшебник превратил ее в кошку, но она все равно боялась более крупных животных. Тогда он превратил кошку в собаку, потом в тигра. Однако тигр боялся луков-охотников. Тогда волшебник превратил тигра обратно в крысу. Ничего не происходит? А, мы ошиблись. Я и не говорил, что это ответ. А ты правда внук Пола? Пол бы многое понял из этих подсказок. Даже не сомневайся. Смотри на меня. Я быстро все решу и найду спрятанный меч. Кажется, ты сказал, что Пол пропал из-за Алана. Да, и мы могли бы его найти, будь щит у нас. Но тень сбежал с ним, как подлая крыса. Подожди-ка. Рахул, что там случилось с крысой? Волшебник превратил ее обратно в крысу. Ну, конечно, крыса, которая не может побороть страх, всю жизнь будет крысой. Ха-ха-ха!
Теперь лишь вопрос времени, когда мы найдем меч Акбара Великого и заберем щит у Алана. Будь осторожен, Люк! Что это было? Куда делись ступени? О нет, если так продолжится, я не добегу до меча. Хотели убедиться, что меч Императора сможет забрать не каждый, да? Люк! Испуганная крыса всегда будет испуганной крысой, так? Ты справишься, Люк! Я не дам этому случиться! Кто он такой? Как он сделал такой прыжок? Он человек, который верит в себя. Он верит в себя? Угу. Как в этой сказке. Если бы крыса верила в свои силы, она была бы храброй и без помощи волшебника, так? Эй! Я нашел его! Нашел! Да. Надо же, как благородно. А то мы сами никак не могли туда попасть. Поэтому мы ждали, чтобы ты достал его для нас. На помощь! Щит. Где щит? Уверен, что не отдашь нам меч, когда у нас есть заложник. О чем ты, Ангелина? Рахул, кажется, твой дедушка Санджай запер там, где сможет умереть медленной смертью. Что? Дедушка? Где он? Передайте нам меч, тогда мы скажем, где Санджай. И ты думаешь, я тебе поверю? Можешь не верить, но не забывай, что прямо сейчас он медленно умирает. Кто знает, может, он уже мертв? Люк, просто отдай меч! Но... Давай! Ты бы сомневался, будь это пол! Мой дедушка может погибнуть! Мальчик, жизнь старика Санджая теперь в твоих руках. Люк, просто отдай ему меч, иначе нам не отыскать моего деда. Действительно, реликвия не может быть важнее чьей-то жизни. Даже моей. Ты так не думаешь? Отдай мне щит. Сначала щит. Мне нужно найти дедушку. О чем ты говоришь? Ангелина, спаси меня! Видимо, ничего не поделаешь. Что ж, пока. Щит тоже неплохой трофей. Нет, нет. Люк, пожалуйста, спаси моего деда. Да что с вами такое? Вы что, не видите, что я в опасности? Может, обговорим это после того, как ты меня вытащишь? Забирай. Гробница Акбара Великого. Там твой дедушка Санджай. Видите, я держу слово. Лучше поторопитесь, уходим. Люк. Давайте, надо торопиться. Идем. Да! Спасибо, Люк. Ради меня ты отказался от шанса спасти Пола. Я подумал, как бы поступил дедушка Пол. Он бы никогда не спас себя, если бы на кону стояла жизнь твоего деда. Вот такой он человек, ну вы понимаете. Какой ты теперь взрослый, Люк. Может, хватит обращаться со мной, как с маленьким. Итак, остался еще один меч Акбара Великого. Да! Если мы его достанем, Алану придется снова показаться, и мы отнимем у него щит с деталью астролябии. А чтобы заполучить меч, надо спасти того, кто знает, где он. Санджая!
Рахул, не беги сюда! Стой! Ну, спасибо, что вернул должок. Прыгай за мной, и мы сможем добраться на ту сторону. Надо перепрыгнуть по ним. Давай, мистер Люк, пожалуйста, спаси моего деда. Теперь уже нельзя поворачивать назад. А эта статуя только что сдвинулась? Не меняй тему. Ты с нами или как? А, с вами. Я с вами. Спасибо. Соберись, или хотя бы не тяни меня вниз. Осторожно! Что это? Не останавливайтесь! Надо двигаться дальше! Юг! Рахул! Надо прыгать! Рахул! Немедли! Слишком далеко! Не думаю, что допрыгну! На помощь! Люк! Рахул! Вы в порядке? Люк, берегись! Скорее! Люк, зачем ты схватил меня за лицо? Больно же! Эй, что-то ты не жалуешься, что я спас твою жизнь. Помятое лицо – ничтожная цена за такое. Ты не спас мне жизнь. Я бы и без твоей помощи справился. Да что ты. Знаешь, говорят, успех приходит только к тем, кто верит в себя. Так вот, это не про тебя. Ты до смерти перепугался, это было видно. Откуда здесь бомба? Не может быть! Алан знал, что мы придем. Это ловушка. Дедушка! 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 Заперто. Нужен ключ. Люк, смотри! Это одна из схем, которые дедушка рисует для работы. Правда? Откуда она здесь? Ну, конечно! Это схема ключа! Это ключ. Как ты поняла? Просто интуиция. Так, Рахул, надо сделать этот ключ, пока на нас не обрушилась гробница. Я вовсе не так хорош, как дедушка. Рахул, у нас нет времени. Если это правда чертеж ключа, то мы спасем и твоего деда, и деда Люка. Только так можно всех спасти. Нет, так и знал. Он недостаточно прочный. Что пошло не так? Да неважно. Попробуем снова. Начнем сначала. Я же говорил, я не могу. Моего мастерства недостаточно. Я и дедушку всегда подводил. Нытик, гробница вот-вот обрушится, и твой дедушка за этой дверью. Осторожно! Дверь завалила! Возьми себя в руки, Рахул. Мой король,
ты знал, что у меня есть внук? Ты не будешь достаточно хорош, пока не поверишь, что ты достаточно хорош. Помнишь сказку, что ты рассказал? Испуганная крыса всегда будет испуганной крысой. Люк. А, ну и ладно, плевать на этих крыс. Мы расчистим путь, а ты можешь стоять и смотреть, как пожелаешь. Нет! Мой внук мечтает стать кузнецом, как я. И у него есть к этому талант. Мое время истечет здесь. Но он будет жить и станет кузнецом намного лучше меня. Ему просто нужно усвоить урок, которому ты научил меня давным-давно. Мой король, ты благословишь Рахула своими словами и научишь его верить в себя. Пожалуйста, мой король. Рахул, ты слишком сильно его бил. Я же говорил, если слишком много ковать, будут трещины. Я не могу. Я недостаточно талантливый. Металл не врет. Попав в огонь, металл принимает форму сердца его создателя. Но если в тебе нет веры, как металл может быть прочным? Я справлюсь. Мне просто нужно поверить в себя. Рахул, прости меня. Прости за то, что оставил тебя. И что теперь? А? Рахул? Давай же, дедушка! 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 Рахул, как ты? Он переступил через себя и рискнул своей жизнью, чтобы спасти вас. Он был таким смелым. Значит, это ты выковал ключ от этой двери? Да, дедушка, это я. Я сумел. Ну, конечно. Я ведь всегда тебе говорил, ты все сможешь. Он весь такой. Не могу, не могу. А мне пришлось все время тянуть его за собой. Молодец, а? Люк. Дедушка? Дедушка! Люк, надо уходить отсюда. Так значит, вы ищете меч Акбара Великого? Да, остался только один. Надо защитить его от Алана. Этот меч, он... Вскоре оба меча и щит Акбара Великого будут в моих руках. Все, без исключения. Ты уверен? Я давно тебя ждал, мистер Икс. Или ты теперь Алан? Это станет твоей вечной могилой. Индиана!